а все-таки жить-то хочется, вы не узнаете в этом стволе растение, которое радовало меня, но сильно заболело, и мне пришлось его обрезать. И видите, как радостно, что все-таки пошли 4 ростка. Растет очень медленно. Вот 1,5 месяца и выросли. Но я вам сейчас покажу еще одно чудо. Посмотрите. Ну, кто живет в жарких странах, наверное, знают, что это. Я по ошибке приняла это за шишки араукарии. Нет, это стебли, веточки араукарии. Смотрите, какие они красивые. И покажу, как прекрасно себя чувствуют араукарии в кефалонии. Там, где я нашла вот эти веточки. Ну, а посмотрите, как роскошно себя чувствуют квартиранты в горшке, где растет араукария. Вот она, араукария, видите? А это все квартиранты. И так интересно, я привезла грунт из лесу. И посмотрите, даже... А не буду говорить вам, что это. Вы мне сами подскажете. Посмотрите. Всего доброго. Любите ваши растения. Каждый раз, когда смотришь на них и удивляешься, что все-таки хочется им жить. И говоришь им: спасибо, мои дорогие. Спасибо. А вас прошу, если понравился сюжет, подписаться на канал, написать отклик. Я буду вам благодарна.